допустим, если бы ты жил сейчас в России и увидел мальчика вот такого, как ты, 10 лет, который бы сейчас гулял по Нью-Йорку, а вчера по Вашингтону, а пару недель назад по Филадельфии, а пару месяцев назад по Майами, что бы ты подумал? Я бы подумал, что у него такая хорошая мама. Хорошая мама? Да. А жизнь? Ему повезло, нет? Очень. Ты бы хотел жить с такой мамой? Да. А жить в России как сейчас детям? Тяжело? Ужасно. Они могут приехать в Нью-Йорк? Они могут. Могут? Да. А как? Просто нужны деньги. Деньги нужны? А мне кажется, их уже не пускают. У них ни денег нету, ни визы. You will never see this future. You never see the future.